это вот слабое пятно на темном фоне, костер. Справа от него Иванов. Вы можете представить себе, что вот здесь такая полянка, вот здесь вот, вот, да, полянка. Вот тут деревья, вот там деревья, вот деревья, деревья, деревья. Хотя какая-то нафиг полянка, это антиполянка. То есть полянка — это место, пустое место между деревьев, а если наоборот, деревья между пустого места. Вот, это луна, она адски светит. Но вы этого все равно не увидите. Да. И делает тени, как днем. Резкие и длинные. Это вы придется поверить нас. Еще есть звезды. Их вы тоже не видите, но есть офигенные. Ну, зато это... можете увидеть Иванова. Не можете увидеть Иванова. Только его услышать. Вот это голова Иванова. Вот. Вот и ниже. Ниже ничего не видно. Но стоянка феерична. Она, конечно, лишена прелесть созерцания видов. Типа заходящего. Но зато здесь солнце. Есть уют. Да. Место дивных видов панорамных. На цепочке огней с городом или на гору. Здесь есть уют. А также шуршающие листья и птички, которые в них шарятся. Медведь. Ну, мы думаем, что на самом деле это медведь, а не птички, да. Вот. Дрова горят офигенски. Только даже палкам тоже загорается. Поэтому здесь задача, наверное, будет другая, как все их потушить. И сделать так, чтобы не сгорели все остальное. Вот. Топим по-вандальски, тисом или буком. Может быть тем, может и другим. Ну, каким-то из этих пород. Высушим. Короче, ценными породами. Ценные породы, да. Не просто так, не какой-нибудь там сосной. Или, не дай бог, американским кленом. Фу. Да, эти тисы или... Или кто? Или бук. Или буки. Как они выглядят? Отлично. Маскируются под камни. Птичек чем-то подкармливает. Он нашел семечку. Буковую. Да-да, дело было. Да, хотел бы пожарить, но передумал. Сегодня день был полон открытий. В очередной раз решили посмотреть, что под этим камушком, а там шел мужик подкову переворачивает, а там конь. Во-во-во. Это вот про сегодняшний день в особенности. Да. Завтра попробуем утречком, бодрячком встать раненько. Потому что сейчас сколько? 8 часов? Только 8 час. Да, еще половины нет, наверное. Да. Здоровый образ жизни, блин. Ляжем рано, проснемся утром бодрым, затемно. Свежим, затемно, да. С первыми лучами солнца уже выйдем, угу. Посмотрим, как ангарский этот самый кряж будет освещать восходящее солнце. О, да. И полезем на гору, там попьем чайку наверху, прогуляемся по хребту, вернемся обратно, если будем живы. И, может быть... По возвращению, если найдем свои шмотки в целости и сохранности, которым где-нибудь заныкаем, пойдем в сауну. Да? Да. Чего бы нет. Если, конечно, они в это время будут открыты, и сразу с ним спустят. Вот, было бы здорово. И поедем, наверное, обратно длинной, скучной дорогой. Потому что короткой и рискованно. Но быстрой. Ну как быстро? Длинный, ну, быстро. Скоростной, скажем так, скоростной. Кенкинов устраивает пожар. Разбрасывает угли. Да. Так, Попов, дайте мне коньяка. Еще он бухать будет. Ну, собственно, вот у нас чай просто стыл. У нас нечем разбавлять, есть только сырая вода из непонятного источника с инфузориями. Туфельками. Туфельками. И Вольвоксом. Вольвокс там был? А, ну там тоже. Ух ты. Как... Жаль, что вы не видите, какие стенят луны. Да, вы столько теряете. Да, и какие звезды. О, особенно когда луна зайдет.
Но будет не скоро, потому что она ровно посередине растущая. В принципе, как раз такой луной самое то. Ну, может, сейчас полезет, да.